У Магілеві з візитом знаходиться представник управління Верховного комісара ААН по справах біженців. Жан Іу Бушарді навідав Могилівську обласну організацію Червоного Крижа і зустрівся з вимушеними переселенцями, які знайшли пристанище у нашому регіоні. Головна мета візиту – скоординувати оказання допомоги вимушеним переселенцям. Подробязності у Тетяни Сергійчик. Ольга Аксенова с маленькой дочкой и мужем приехала в Могилев с Донецкой области. Тут находится у статусе додатковой обороны, каже. Это позволяет звертаться бесплатно в больницу, отрымливать от Червоного Крыжа ваучер на харчевание. Организация допомагает с юридичной консультацией. У ребенка заканчивается проездной билет. Уже проездные билеты Украина отменила. И надо делать загранпаспорт. То есть точно хотелось бы проконсультироваться. Это часть нашей регулярной работы, которая направлена на то, чтобы встречаться в первую очередь с теми людьми, которым мы оказываем содействие, с нашими партнерами из числа государственных органов и неправительственных организаций. Встречи такие с людьми направлены на то, чтобы они имели возможность высказать те проблемы, вопросы, которые у них есть, возникают. Часть из них мы сразу можем на них дать ответы, на часть мы берем время для того, чтобы дать полноценную консультацию по тем или иным вопросам. У Могилевской области статус беженцев мают 60 человек. Крыху больше оформили статус додатковой обороны. Спаслись в нашей стране от войны, которая проходит у них на родине. Таких людей на сегодняшний день по оценкам около 7 тысяч человек. Это граждане в основном Украины, которые не имеют статуса допзащиты и не ходатайствовали о статусе беженца. Это те, которые просто получили разрешение на временное пребывание в Беларуси. Но все равно это люди, которым мы помогаем. То есть они по формальному признаку относятся к уязвимому, потому что они из зоны военных действий. А товариство Червоного Крыжа – давний партнер управления Верховного комиссара ААН по справах беженцев. И подобные встречи позволяют скоординовать деяния в плане оказания допомоги вымышленным переселенцам. Тетяна Сергійчик, Миколай Соболев, новини региона.